25 ноября стартовала продажа авиабилетов на зимнее направление Иваново-Сочи. Рейсы будут выполняться каждую субботу, начиная с 7 января по 18 марта. Летать пассажиры будут на 130-местных самолетах Boeing авиакомпании NordAvia. Просьбы организовать авиасообщение между Ивановым и Сочи зимой, не только летом, поступали не один год. И, наконец, аэропорт пошел навстречу любителям покататься на лыжах. Тем более, что большинство тарифов на полеты предполагают возможность провести бесплатно спортивное снаряжение и специальную одежду весом не более 23 килограммов на одного пассажира. Стоимость билетов заявлена вполне демократичная. Тарифы будут начинаться от 3200 до 7500, стоимость билета будет стоить. Вот. Но нужно учесть, что за 3200 это безбагажные так называемые тарифы, да, которые позволяют только пронести ручную кладь там, до 10 килограмм в салон воздушного судна, не более того.